слухай, а ты можешь так руки положить так, дивись, и положить голову на руки? Да. Ні, не так, я ж показав. Треба ще й двійно зробити. Мене він на бороду. Ну, треба. Дивись, отак. Не отак, а отак. Да, о. Оце ти тормозиш. Як можна воювати? Це ж тобі кажуть, одійди, а ти піпса думаєш, що одійдеш, поки десь прилетиш. Це ж треба, щоб реакція була. А у тебе яка реакція? Ну, і слухав нема. І слух сів, так? Да? Ага. Ну, це ж і слух того сідає. Звіння все більше. І звіння, і слух. Оце за того, що з позвоночником і в мислях не порядок. А плюс ще препаратів ти їсиш, сіко всяких тих, що ще дужче прибиває. Що так? Максим. Ти ж почув вопрос. А, это был вопрос? Ну что так, больно, не больно? А, ну не больно. Нормально, да? Если прикладом, то да. Да некоторые тут не выдерживают, как я люблю, не выдерживают, понимаешь? Твоя тебя питаю. Воно тебе тут може через несколько сеансів ложити і тут не дотронешся. Ні, там, ні, хоча люблю, такі крутенькі. Що зараз відбувається? Може в руки, в голову, в ноги щось іде, що? Беха почала відпрацьовувати. Максим. Що? То було больно. Кажу, от слушай, відповідай на питання. Кажу, в руки, в ноги щось іде? А, в руки, в ноги? Може мурашки, холод, тепло? Ні, нічого такого. Нічого не... Особливого нічого не... Міспита. А парилка позитивно на это влияет, Алика? Как? Позитивно парилка влияет на спину. Хорошо, да. Ты больше расслаблять можешь, оно мышцы расслабляет. Кровообращение улучшается, и тебе должно ставать легче. Чи тебе не легче? Чи ты сейчас тебе думаешь парилку пить? Не, парилку я ходил вчера. И что? После парилки чуть легче стало, да? Конечно. А потом затянул опять, да? Ну, давай. Це не боль нічого. Ну такое, ну так. Це должно все. Це все должно болі. Должно, да. Ну воно такое ощущение, що как по. Ну, через несколько сеансів жило. Зараз ти їх не будеш чувствувати, тих, що я буду колоть. Ти їх будеш як комарі кусатися. Кров все стоїть, як потера, воно все стоїть, не розходиться, все спазміроване. Сейчас я дам капли. Тебе надо вообще там чекушка 100 гривен стоит. Тебе их надо взять, наверное, 2 чекушки. Пол литра, понял? Капли. Капли, да, и ты будешь их 3-4. Ты же это приедешь, все, тебе завтра уже не будет, правильно? Ну, сегодня число. Сегодня 28, по-моему, я уже сбился. День воскресенье. А я люблю это. Бачу, еще он звонит. І ще двоїх не прийняв. Спасибо огромное, що прийняли. Ну це ж вас питаюся, тому що приїжджають на 2-3 дня. Той теж він приїхав на 2-3 дня там. Десь у Гордії. Командир лежить з температурою 40 на позиціях. Правил же ж міняв потім. Без того командира? Угу. Так що ти накомандуєш, тільки ти ні хрена не соображаєш. Йосипова хата, ти ж тупіш. Що ти накомандуєш? Максим, тебе ж заторможено все. Вони відправили ж мене, щоб я вилічився. А сам залишився з температурою. А я думав, що тебе відправили командувати. Чи ти командував там в такому состоянні? Та ні. Там у моїй сигнатурі, я сам розумію, що прямо, блін, відтормажує мені жорстко. Та тут ти, це ж ти не замічаєш. Замічаєш не сильно. Тут хто це шарить, я одразу побачив, що ти... На чому тобі?
по чем-то, понял? Расстояние. Так чтоб ты понимал, что психотропные препараты, наркотические препараты, мышцы так спазмируют, что потом попробуешь их вылечить. Понял? Это кто нюхает, куры, драп. Я их тогда дуже долго лечу, те, что уже побросали. Понял? А при габалине то же самое. Понял? Ну, и воно вроде тебе обезболит, легче стає, а свою дальше мышцы гробить. Понял? А если ты еще что-то принимаешь, то затягни мышцы так, что Йосипова хара. Сперва хорошо, а потом заводи мышцы в спазм. Еще и начинає черепиця сипаться. Понял? Ти понял, о чем я сказал, яка черепиця сипаться? Ну, конечно. А другие дюхают и курят, и вроде бы ничего. Что сейчас? Отпустило тебя немного, да? Да, есть еще. А на спине тебе есть, как лежать? Ну, вот это лежу, мучаюсь, короче. А на животе есть, как лежать? Такая же беда. Вот, ну, как сутки искал место, как можно лечь нормально, спокойно. Так и не нашел. Ты попал, парень. А спать или... Нога ватна стала, чи ні? Ну, вот такое, облегченка. Да, зажатый все мышцы внутри. Ты бы спазмированный, тебе надо на реабилитацию робить не один сеанс, и не два, и не три. Хотя бы сеансов 10. Еще и каждый день. Тогда ты оклемался. Если сейчас ты оклемаешься за один сеанс, тебе просто крупно повезло, понял? Угу. Ну, это, наверное, чуть-чуть тебе легче станет. Если не вернется назад, хоть легче будет. А если вернется назад, может запросто вернуться назад. Но в любом случае надо будет спину качать, правильно? Блять, качать надо справа и вылечить. Качать надо мышцы, чтобы не убитые. Куда качать? Надо, чтобы нормотомичные мышцы были. Физкультурой заниматься, а не... Вот все спортсмены в спортзале убитые, все позабиваны. Только те, что и массажи. И вот профессиональным спортсменам роблять массажи по два раза в день. Я знаю. А тебе кто робит? Тебе качаться надо осторожно, вывести справа такого состояния, вылечить мышцы, а потом качаться и с умом